На прямую связь с нашей студией из Бишкека выходит наш специальный корреспондент Эльмира Мусазаде. Эльмира, здравствуйте. Здравствуйте, Олег. Эльмира, глава государства, мы только что прослушали, очень высоко оценили и встречу, которая прошла, и подписанные документы. В целом, как они будут способствовать вот развитию и расширению азербайджано-кыргызских отношений? Спасибо за вопрос. Ну вот действительно, несмотря на то, что связи, дипломатические отношения между Азербайджаном и Кыргызстаном были установлены 30 лет назад практически, да, вот в январе следующего года стороны будут отмечать 30-летие дипломатических отношений, несмотря на это, достаточно длительное время никакого развития и усиления в целом достаточно серьезных контактов между сторонами не было. Однако последние годы, особенно после окончания Второй Карабахской войны, после победы Азербайджана во Второй Карабахской войне, мы видим, что усиливается сотрудничество со странами Центральной Азии, в том числе и с Кыргызстаном. И вот нужно вспомнить визит в Азербайджан президента Кыргызстана Садыра Жапарова, который проходил полгода назад, в апреле текущего года. И тогда вот действительно стороны согласились о проведении вот такого межгосударственного совета. Сегодня в Бишкеке как раз состоялось первое его заседание. И вот я бы хотела отметить, что в его уставе содержится то, что такие заседания этого совета должны проходить как минимум один раз в год. И председательствовать в них будет та страна, в которой они проводятся, а проводятся они ротационно. То есть сначала это Бишкек, вот как мы сегодня видели, в следующий раз, скорее всего, уже Азербайджан будет принимать заседание этого межгосударственного совета. Ну и что интересно, то, что его возглавляют лично главы государств, то есть президенты Азербайджана и Кыргызстана. И, к слову говоря, об этом тоже говорится в уставе, что главы государств как раз-таки должны определять направление, перспективное направление для сотрудничества, стороны взаимодействия и следить за тем, чтобы исполнялись вот принятые договоренности. Сегодня уже был подписан ряд таких документов между различными ведомствами, в частности, между Министерством иностранных дел, между Министерством экономики. И вот я бы хотела еще обратить внимание на состав делегации. Очень интересно, что в числе азербайджанских делегаций находится также министр обороны Жакир Гасан. Это говорит, на самом деле, о многом, потому что, по сути, мы не слышали раньше о каком-то военно-техническом сотрудничестве со странами Центральной Азии, за исключением того, что вот в рамках визита президента Азербайджана в Узбекистан в июне текущего года действительно было подписано соглашение о военно-техническом сотрудничестве, которое впоследствии ратифицировал парламент двух стран. И вот такие первые контакты в военном плане со странами Центральной Азии, они уже состоялись. Но здесь нужно отметить, что Кыргызстан наращивает военное сотрудничество с Турцией и после Второй Карабахской войны закупил у Турции несколько байрактаров даже, насколько я знаю, очень довольны их эксплуатацией. И говоря про страны Центральной Азии, вот я отметила визит президента Азербайджана в Узбекистан. То, что касается визита в Кыргызстан, то это первый государственный визит президента Азербайджана в эту республику. До этого было два рабочих визита, но они, как правило, были связаны непосредственно с заседаниями в рамках каких-то международных платформ. Тут мы говорим конкретно про связи Баку и Бишкека. И это очень интересно, потому что последние годы действительно наращивается это сотрудничество. И вот впервые за долгое время в Азербайджане появился посол Кыргызстана. Он, слово говоря, неоднократно появлялся в эфире телеканала CBC в том числе. И рассказывал, помимо прочих связей, о том, что есть потенциал для совместного инвестирования. Создан даже инвестиционный фонд. И ожидается, что бизнесмены, будут предприниматели, будут более активно участвовать, особенно учитывая то, что этот фонд будет способствовать тому, чтобы страны больше узнавали друг о друге, больше узнавали о потенциале, который имеется в двух государствах. И для Азербайджана это приоритетное направление, учитывая те темпы восстановления освобожденных территорий, которые мы сегодня имеем возможность наблюдать. Это как инфраструктурные проекты, так и какие-то заводы, предприятия, которые помогут развивать и поднимать весь регион с учетом того, что, безусловно, на протяжении 30
10 лет оккупации практически ничего там сделано, построено не было. Для Кыргызстана в первую очередь интересны торговые возможности, которые открывает Азербайджан, который как раз соединяет Европу с Азией, который соединяет Запад с Востоком, и те транспортные проекты транснационального характера, которые позволяют в том числе усилить сотрудничество с Китаем, к слову, для Азербайджана это тоже приоритетное направление, потому что таким образом товары из Китая через страны Центральной Азии могут поставляться в Европу. С учетом нынешней непростой геополитической ситуации, обстановки, действительно, вот такая диверсификация транспортных маршрутов, она приобретает ключевое значение. И в Азербайджане, который реализовал ряд таких масштабных транснациональных проектов, через которые товары из Азербайджана могут через территорию Грузии поступать в Турцию и дальше в европейские страны, сейчас имеет возможность взаимодействовать в том числе и со странами Центральной Азии. Об этом говорилось в ходе визита президента Азербайджана в Узбекистан совсем недавно. И вот сейчас тоже эта тема вновь поднимается, вновь возникает. И вот как раз в составе делегации также находился министр транспорта и связи. Я думаю, это не случайно. И я думаю, что это как раз и соглашения тоже определенные были подписаны в этой сфере. Я думаю, это как раз способствует усиление взаимодействия в том, что касается экономической сферы, ну и вот хотелось бы коснуться тоже гуманитарной сферы, потому что вот я люблю это повторять, это действительно сказал один из респондентов во время одного из таких наших визитов о том, что именно с культурного взаимодействия начинается взаимодействие в политической и в экономической сфере, и культурное взаимодействие у Азербайджана и Кыргызстана есть. Здесь, в Бишкеке, очень любят повторять слова общенационального лидера азербайджанского народа Гейдара Алиева. Он, выступая на церемонии по случаю тысячелетия эпоса Манас, он тогда отметил, что у Азербайджана и у Кыргызстана общие корни, общая религия и общий язык. И действительно, здесь, в Кыргызстане, азербайджанцев понимают, азербайджанцев очень любят и тепло встречают. Ведь, словом говоря, об этом также сегодня говорил и президент Азербайджана Ильхам Алиев на совместной пресс-конференции со своим кыргызским коллегой. И вот нам удалось после такой официальной церемонии, после усиления взаимодействия в экономической, в политической сфере, побывать на открытии парка дружбы Азербайджана и Кыргызстана. Такое масштабное мероприятие было проведено, где присутствовали общественные и политические деятели Азербайджана и представители азербайджанской диаспоры, которые проживают в Кыргызстане. Но вот она здесь достаточно многочисленная, к слову говоря, потому что насчитывает более 20 тысяч человек, потому что еще во время репрессий азербайджанцы, которых выселяли в Казахстан, в страны Центральной Азии, они вот здесь вот ассимилировались, они здесь достаточно комфортно себя чувствуют. И вот как раз помогают поддерживать такие культурные связи. Об этом также сказал и президент Азербайджана Ильхам Алиев, подчеркнув, что завтра состоится церемония открытия двух школ, которые будут носить имя общенационального лидера азербайджанского народа Гейдара Алиева, а также азербайджанского поэта и мыслителя Низами Гянджиеви. И это еще очередной такой шаг, который поможет усиливать сотрудничество, углублять сотрудничество и лучше понимать друг друга, лучше иметь возможность взаимодействовать друг с другом и знать друг о друге больше. Вот завтра мы обязательно тоже поучаствуем, я надеюсь, на этих мероприятиях и постараемся передать вам оперативную информацию. Эльмира, большое спасибо. Да, будем ждать от вас информации. Завтра тоже будут очень интересные мероприятия. Большое вам спасибо. Я напомню, что на прямой связи с нашей студией из Бишкека была наш специальный корреспондент Эльмира Мусазаде, которая комментировала события, которые происходят сегодня. Это первый официальный визит президента Азербайджана Ильхама Алиева в Кыргызскую республику.